Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан Отец и Ханнер Сын. Мы продолжаем играть в Rocket League, вроде правильно сказал. И это 3 на 3. Обычный, как обычно, вначале мы не разыгрались. Как обычно, у меня сначала тормозит. Это всегда так. Я полетел вместе с мячиком куда-то. Опа! И опять не туда. И куда-то я вообще пнул. И ну-ка подлетай кто-нибудь там. А, я подлетел, только. Фу. Только как-то не туда. Ё-моё. Я к этому не готов был. А, я не туда подлетел. Ребята, я промазал. О, я тоже промазал. Ну все, это гол. Вот, видишь, он. А, вот. Нет, он ошибся и... Это его так. Ошибка. Вот из-за кого-то, вот кто-то просто меня когда... Я тебе говорил не говорить больше так. Ну, вышибаю, мужик. Молодец. О, давай. Фу. Это было сложно. Ты ему опоздал. Ну, да. Вот он пишет в чат, Green Pass. Green Pass. Это мультипас. Мультипас. Quake Pass. О, ё-мо, я вообще улетел и приземлил. Я вообще в воротах у них. Я отойду, чтобы не мешать. А. Да ё-моё. Выбивайте. Молодец. Ну я пока сначала сразу не хотел убивать, потому что я думал, что оно поближе. А, я промазал, ребята. А куда наш запинает? Оп, видел? О, молодец. Видел я в полете так? Наш, давай. Ну, ты можешь, ты могешь. Папа, смотри, ты сейчас увидишь, как я полетел. Ну, я видел ты это. Смотри, вон, видел я? Да. Я им просто пас в воздухе. Просто Grand Pass. Grand Pass. Grand Pass. Мультипас. О, нет. Ой, ты видел? Это я вышиб. А, ты вышиб? Мне сейв дали, да. Он летел, и я просто в эту же секунду отбил в другую сторону. Так, отбиваем. Там какой-то Game Infinity летает. Так. Все, сейчас забью. Ты просто стараешься вообще, я вижу. Да я стараюсь отбивать. Я полетел тут, и нам же забили. Меня взорвали. Фух, ты видел, я почти. Да. Молодец, давай, мужик, ты можешь. Папа, смотри, какой странный пас был, смотри. Я просто об стенку стукнул. Ну, я пытался выбил и пас по этому нашему. Да. Я специально как-то рассчитал так, чтобы он выбился на середину. О! А, нет. Ой-ой-ой. Опасно. О, молодец, там кто там. А, ворота летит. Смотри, я пытался, смотри, он такой пинает, смотри. Я почти попал, смотри. Да, ну. Так там сложно было. Согласен, да. Я через всех пролетел.
Почти, почти к воротам идет. Вот! О! Это я так! Ну, мужик! А, ты видел, все взорвалось там. Оп, задом ударили. Оп! О, давай, молодец! Ну! Оп! Фу. Смотри, папа, у меня какой-то джунгл, смотри. Да я видел. Вау, вау, вау. Смотри, он такой, и смотри, я вот так. Ты видел, я его как-то туда-сюда, туда-сюда? Да, и мне за это награду дали. А, я пролетела, ребята, извините. Ну все. У меня один гол, а у нашего тренера все равно... Я пролетел, я вначале пролетел, зря. Да, кстати, я... И он остался здесь, но тут, конечно... Тут не забить было невозможно. Блин. Отбиваем. Отбиваем! Так ты ж там у пламячика. Так смотри, каком я положении был. В каком? Вот в таком. Я только прилетел туда. Я с ихних ворот... Сильно не кричи в микрофон. Я с ихних ворот кувыркался на эти. И кувыркнулся, что прям в ворота кувыркнулся. И надо было сначала выезжать. А, я промазал, ребята. Я промазал. Ну? Выбил. Просто выбил. Стой, не трогай мяч, не трогай мяч. А, ты видел? Ты видел? Ну, я видел, да. Нет, нельзя, чтобы они нам забили за 5 секунд. Нет, это невозможно. Нет, да. Это невозможно. Ты прям так пугаешь, и прям они все там около ворот. Жесть какая-то. Как я пугаю? Ну ты говоришь, нет, и оно ж все в ворота залетает. Ну я сам боюсь, что оно может попасть. Что, мы с этими же? Да, нажимай. Да, как-то тяжело. Ой, я вообще... Я специально, когда вот они троем на ворота ехали, я специально подождал, чтобы как-то выбить. А то я же сразу поехал. Так, а почему не начинается? А потому что один... Он не готов был, он только вышел сейчас, и все. А, то есть я не нажал и не готов. Да, он не нажал ничего. О, у меня пинг весь был. Но сейчас что-то все, 84, 80. А. Это нормально. Бывает, да. Так, мы за синих. Но машина а у тебя вообще узоров нет? Не знаю, наверное. Так. Еще ждем одного игрока. А, у них подключился. Бот. У них бот, ну. Потому что тот не успел присоединиться. Опа! Ну что ж, бот. Бот! Фу! Ты бот почти забил. Что ж наш толкается-то? Ой, бот опасен. Хорошо, что ты попал. А все, к ним какой-то человек зашел. Да? Давай! А, я почти! Все, гол. Все еще у ихних ворот. Ах, наш промазал, а. Так. А, я промазал, ребята, все. А, ты видел? Да. Молодец. Это я вышиб. Я сам думал, когда он так подлетел, я думал, что все, я никак не выбью. Но я как-то кончиком. Молодец. Вот, давай. Ну, мужик. Еще к ихним воротам идет к ихним воротам мячик. Да какой к не ихним? Они... А, они вышибли. О! Фу. Фу, молодец. Фу. А, я промазал, ребята.
Давай, папа, я надеюсь на тебя. Я надеюсь на всех вас. Ну и почему никого нет? Я промазал. О, все. О. Да. Ты, я просто надеялся, но... Я такой, Он такой просто... Я, кстати, так же забивал, когда проскакивал, я просто тоже боком ударял. Да. Я вообще упал. И меня на воротах нету, и, возможно, нам сейчас забьют. Оп. А, я импакта. Ну, все. Ребята! Ну, все, 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 все. А, нет! Она прокатилась. А, идет к нам. Я выбил. Молодец. Я как-то вышиб, не сам не знаю куда. Вот, ну, мужик. А-а-а, я думал, она залетит. Я вообще, я на ворота смотрю. А, идет к нам. Ну, как-то выбил, но это все равно не повлияло. Не повлияло! Опа! Там вы мне вдвоем чуть-чуть помешали. Я вас резался, я бы так сильнее ударил. Надеюсь, что я там на воротах. Не знаю. Эх. Что-то туда-сюда его катаете. Да как? Ух, как-то я это... Прямо аж... О! Давайте! Давай! А-а-а! Молодец! Да! Смотри, я такой полетел. Ну я прям, ты смотри, виртуозно, смотри. Уа-а-а! Такой. И он такой, уа-а-а! И он там. Вообще, вау! В общем, получилось очень даже эпично. Да. Ой, я же, ты видишь, я летаю там. Да, просто. Я тоже так же полетел. Блин, ты видел, он уже начинал катиться. А, я промазал, ребята. Я в эту сторону чуть-чуть ударил. Ой. Ты видел? Ты просто спас просто... нашу команду. Я же спас, я чуть и не забил снова. Вот. О, так. Молодец. А, нет, мой бонус, мой. Фу. Оп. Так. Но. А, ребята, я... Вот. А, я как на трамплине по нём проехал. Кувырками. Быстрей. Фух. Ты опять спас. Ну, как-то так вот. И как обычно, чуть не забыл, да? И чуть не забыл. Осторожно. Вот-то-то. О, фух, я выбил. Меня сейв засчитали. Я сам не понял, как я защитил, но главное, что очки дали. Давай! Оп, блин, я в бок поехал. Ну, я кувыркнулся в бок. Вот, ну-ка. Нет. И мы такие сдаются. Да, цветочки дали мне. А, смотри, у меня почти 24-й. Да, давай это было... Давай с другими. Ну, давай с другими. Сколько еще минут? Ну, еще есть у нас время. 10 минут? Нет, еще 5 минут, но я думаю... Давай 2 на 2 попробуем. Давно что-то 2 на 2. 2 на 2 не очень, я сразу тебе говорю. Вот 3 на 3 самое то. Ну, просто одного мы не слышим же.
Но... Ну, хотя я знаю, на какую кнопку говорить. С точки зрения. Да есть. А, кстати, у тебя, да, почти все. Вот ты узоры не сделал. Фу. Папа, говорить, если что, на букву F. На F? Да. А-а-а. Ну, но если просто... Так, хорошо, сосредоточились. Мы сегодня выиграли два раза. Если просто ничего не нажимаешь... А, едет из... Если F жмешь и ничего не нажимаешь, то ничего не происходит. Да, почти это было. О! Вот. Вот она. Вот она мячик моя. Моей мечты. Я такой, мячик моей мечты! Ты! Он такой, да, ты! Это было... Это о, было я... виртуозно. Наверное, не знаю. Опа. Я одного толкаю. Я одного просто толкаю туда-сюда. Ой, ё-моё. А! А! Ты, ну да как? Ты зачем его да остановил? Я, да я не знал, думаю, толкать, остановиться. Не знал, что делать. Папа, это подозрительно. Они все с одними машинками. У них одни и те же машинки. И одного же света. Да? Да. Все такие стартовые машинки. О, это было тоже эпично. Я понял, у них это... На тап нажми, они в пати. А-а. О, эпично, ты пролетел даже. Да, а он, по-моему, подправил немножко. Ну да. Ой, я... Да блин, я все время забываю пропускать. Так... А, ребята, нет. Извините, было так близко. А, ты видел? А, вот, все равно не забили. Да? Я... Ты что делаешь-то, на? Я... Смотри, я от стенки хотел. Смотри, я вот так вот... Вот так вывел, смотри. Он так... И я... Я думал, оно от стенки отскачет, а оно забилось. Мы два раза выиграли. Третий раз что, проиграть, что ли? Ты не говори. Ты же сам сказал. Нет, я говорю, что мы два раза выиграли, третий что, проиграть? Я ничего не говорю. А, чуть-чуть промазал. Вот. Давай. Ну как? Ну, промазал, да. Во, идет. Ой. Идет на ворота. А, я думаю, идет. У нас на ворота. Нет. Фу. Ну, никого. Никого. Ах, они опередили. Видишь? Никого. Ну, а пока на воротах. Эх, не туда развернулся сильно. Эх. Чуть-чуть не задел. Да что ж такое-то? Идут. Я готов. Опа. Смотри, молодец. Вот так. А, нет, все, забили. Меня нету на воротах. О! Нет, ты не забьешь. Да, нет. Он отобьет. Отбил, в наши ворота прям летит. Уэй! Да. Вроде на F говорится, но не говорится. Он просто точно. Ну не все же три матча выиграть. Надо и один проиграть. Да. И в настолках где-то надо сделать, чтобы говорить можно было. О, фух. Где наш-то? Наш на воротах, что ли? А нет, он с нами. Опа! Уи! Опять промазал. И сейчас забьют нам. О, я бью. На, блин, ты видел? Ты видел? Я видел, да. Я его просто даже в полете толкал.
Да, нет, ну против Пати играть тоже, конечно, да. Они, он, каждый по голу забил у них. Вот с этой почти отскочил. Почти от штанги. Ну я не помню вообще, это какая буква. Ф вроде. Ну подожди, ты сосредота... Чегося. Сосредотачиваюсь. Оп! А, не, я, надо было чуть... Ниже! Ну все. О. Это сейчас это бьет, я готов убивать. А-а-а. Ты видел? Вот если бы не... Ну ты промазал. Ну промазал, да. На. Смотри просто, за ты... Я его вот так вот, и он... Ну вон на воротах, смотри, ну ты промазал. И смотри, я почти. Я такой вылетаю, вот так, и... Почти. И почти убиваю. Не, ну это мы прыгаем, потому что Пати. А, у наш вышел. А, ну тем более, мы вдвоем. А нет, уже не... А уже зашел. А к нам... Кстати, возможно и выиграем, потому что к нам про зашел. Да нет. Ну он как-то... Сразу я понимаю, что он нормально играет. Извини, что толкнул, и он меня толкнул. Нет, надо делать, надо за 35, за 30 секунд, нет. А, ребята, вышибите мячик куда-нибудь. Ты видел, он просто ничего не делал с мячиком, просто я видел, все да. Промахивались. Давайте делаем. В воздухе делаем. Да. Если ты, я просто у этого, у столба застрял. Ну все. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.